Ну, вот он тест. Уже живая машина. Вот как выглядит в хамелеоне вмятинка. Вот комбинированный, теплый, холодный. А вот он теплый. Ну вот в холодном. Ямочка на крыше. Вот так ее показывает дефектовочный экран. Ну как бы вот такая вмятинка. Сейчас поставим большую лампу. Посмотрим, как в ней. Вот, начинаем. Вот, теплый включаем. Вот это при полном освещении в гараже, и то очень хорошо видно. Добавляем холодный. Вот такой вот вариант очень удобен. Работать сразу в двух лампочках. Для бледиру включим. Даем увеличение. Ну, мне приятнее работать вот в таком варианте, либо в теплом. Видно очень все хорошо. Вот, но это как бы одна проблемка. И вот здесь заваленное крылышко и царапка. Надо делать. Дверью зацепились и получился залом. Ну что, будем делать. Подъем вмятинки. Выдернулась аж. Как здрасте. Теперь будем осаживать. Ну, вот что получается. Еще раз надо дернуться. Второй грибочек поменьше. Выдернулась. Сейчас разбиваем еще раз. Ремонт окончен. Получилось. Получилось. Только вот это место надо чуть полирнуть. Где-то тут была умятина. Была и нету.